Открытие рынка земли, новые вызовы перед сельхозпроизводителями Украины в условиях пандемии коронавируса и амбициозные планы развития отечественного агробизнеса «Кодор Агрогрупп». Эти и другие темы обсуждали представители аграрного сектора из разных уголков страны в рамках тематического ежегодного мероприятия GMD Conference 2020 Summer Edition. Мы видим, что агрорынок в Украине достаточно перспективное направление, и очень большие крупные холдинги сейчас будут сосредотачивать свою деятельность именно в этом направлении, будут развивать этот бизнес. И мне очень приятно видеть такие компании, как Кодор Агро, у нас как участников мероприятия нашего, участников нашей конференции. Господин Киван видит основной акцент в развитии не только собственного бизнеса, но и в бизнеса всех окружающих, его людей, его контрагентов, его партнеров, его сотрудников, его работников. Как пример могу сказать, что еще не открыв, не запустив элеватор, была уже оказана социальная помощь громаде Вишневской, территориальной громаде, и в ремонте школы, и в ремонте дорог. Основной слоган группы – это бизнес с человеческим лицом, поэтому мы видим потенциал в развитии Украины как региона не только аграрного, но и региона, в котором люди могут работать.